Первая осенняя продовольственная ярмарка для инвалидов прошла в нашем городе. Люди с ограниченными возможностями смогли приобрести овощи, мясо, молочную продукцию по низким ценам. Такую возможность им предоставила администрация городского поселения «Видное» и сельхозпредприятия, среди которых совхоз имени Ленина, агропромышленный комплекс «Воскресенская» и колхоз имени Владимира Ильича. С 9 утра у дома номер 5 на Советском проезде шла бойкая торговля. Люди, которые заранее были оповещены, пришли сюда с тележками и родственниками, чтобы закупить побольше продуктов, ведь впереди долгая зима. Все по 10. Мясо 230. Смотрите, как для инвалидов сделали. Отлично. Мы ожидали по 15, а оказывается, молодец Грудинин. Вот по 10 нам дал, как инвалидам. Пенсионером. Я уже 40 килограмм отвез, вот второй раз приехал. Маме позвонили, маму пригласили на эту ярмарку, вот, как инвалидов. И мы с мамой пришли, я купила детям сок и яблоки. Яблоки очень хорошие, дети любят. Сотрудники общества инвалидов помогали организовать очередь, а также следили, чтобы продукты достались в первую очередь людям с ограниченными возможностями. Даже если соседка придет, самое главное, чтобы было удостоверение общества инвалидов. Mm-hmm. Самое главное. И, пожалуйста, хоть соседка. У нас есть и соцработники. Мы и выдаем там наборы, если у нас праздник, вот 3 сентября был юбилей, мы выдавали наборы. Приходят соцработники, приходят даже соседи, приходят внуки. Всем хватит. Вот, и всегда инвалиды довольны. Спасибо администрации. Пенсионерка Анна Павловна торопится. Надо поскорее уложить на тележку картошку, чтобы успеть прикупить других продуктов. Хватит на зиму? Хватит, дочка. Надо худеть. Нечего картошку жрать. Главное, чтобы хорошая она была. Особую благодарность пожилые покупатели выражали в адрес совхоза имени Ленина, который привез порядка 5 тонн картофеля по 2 тонны капусты, моркови, свеклы. Общество инвалидов – это всегда та организация, к которой мы очень трепетно относимся. Да, и зарабатывать на тех людях, у которых и так достатка в этой жизни, к сожалению, мало, потому что государство плохо заботится, насколько мы знаем. Поэтому мы выставляем такие социальные цены. Да. Иногда эти цены как бы, они находятся на уровне производственной себестоимости, иногда и ниже. Также администрация городского поселения «Видное» выплачивает дотации производителям, участвующим в ярмарке, в виде 20% от заявленной стоимости и помогает в организации доставки купленных инвалидами товаров. Нам сейчас подходит помощь, идет наша молодежь из народной дружины, будут помогать пенсионерам, инвалидам довозить продукты питания вот хотя бы до дома, поднимать на лифте. На самом деле такие мероприятия необходимо проводить. У нас запланировано в администрации 11 ярмарок сельскохозяйственных на этот год с общей дотационной стоимостью порядка 4 миллионов рублей. Так, ближайшая, более широкая ярмарка для всех желающих пройдет 27 сентября на Советском проезде. Татьяна Брылова и Адамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.